Привет. Информация у нас для наших учеников на 3 сентября 2024 года. Какие у нас изменения по обучению и что мы добавляем в наш документ. В своих прошлых трансляциях мы уже говорили то, что цена будет меняться на обучение, и это время пришло. Значит, с сентября цена на обучение по направлению Костоправ составляет 250 тысяч рублей. Иглоукалыванию мы уже отдельно не учим, а можно пройти это обучение совместно с костоправством. То есть 10 рабочих дней у нас будет совместно с иглоукалыванием, и просто вы получите немножко расширенный документ. Про документы я чуть позже расскажу, что там будет. Это для тех, кто не в курсе и смотрит впервые насчет обучения. Вот. Рассрочек у нас нету. Скидок у нас нету. Теперь насчет медицинского образования. Задают вопросы частенько. Нужно ли медицинское образование, чтобы получить ремесло костоправ? Нет. По закону народной медицины в этом нет необходимости. Если оно у вас есть, вам будет проще. Нету. В этом нет необходимости. Значит, после обучения вы получаете сертификат на английском языке и на русском. Сертификат это получается у нас о том, что вы являетесь действительным членом профессиональной медицинской ассоциации. Потом вы получаете сертификат, это практика по оздоровлению духа и тела. Также, что есть регистрация в реестре субъектов деятельности в области традиционной народной медицины. Потом вы получаете свидетельство о том, что вы прошли подготовку по теме костоправства. Костоправство и будет рядом оздоровительный массаж. Это нужно для народной медицины, потому что есть свои правила. Вот. И если вы проходите сразу иглоукалывание, то отдельным свидетельством вы получаете также свидетельство, либо сертификат о том, что данное обучение пройдено. То же самое это будет и на русском, и на английском языках. Ну, в общем-то, и все. Этого хватит. Так, теперь для наших учеников. У нас немного связь перегружена, поэтому бронирование на сентябрь идет у нас по WhatsApp. Также мы берем бронь 20 тысяч рублей. Вот. И тогда уже вы скидываете нам документы, чтобы вы могли подготавливать для вас это. По приезду к нам в Ростов вы получаете чек о том, что оплатили сразу же. Вот. А документы вы получаете уже после обучения, после сдачи экзамена. Какая-то еще мысль была, крутилась в голове. А, насчет также Ютуба. Не пишите вопросы в YouTube, неудобно отвечать. Если есть какие-то вопросы, коротко, понятно, можно в WhatsApp написать и вам ответят. Вот. Сейчас я еще вспомню, какая была мысль. Ну, с собой нужно, конечно же, брать форму, чтобы вам удобно было мне работать.
работать. А у нас получается живая практика. Все пациенты, они информированы и очень рады, когда у меня есть ученики. Потому что когда проходит прием без учеников, то нет глубокого разбора, почему сместилось, для чего сместилось, эти все проблемы, причины, которые у наших пациентов. С учениками мы это разбираем. Вот. И люди этому очень рады. Значит, мы не берем большие группы. Нам это не интересно, штамповать учеников. Мы можем сделать там прием пациентов, допустим, чуть дешевле, цену опустить на обучение по костоправству. И будет великое множество пациентов, которые будут готовы сниматься на видеосъемку. И будет очень много специалистов, которые уже практикуют, которые захотят поднять свой уровень. Но лично я не могу, не вижу смысла брать большие группы для обучения, потому что моя цель — дать знания, которые работают, а в группе невозможно. Я не буду вас учить медицинским терминам, хотя бы потому, что у нас народная медицина и у нас есть свои правила. Даже слово «пациент» можно употреблять или нет, это под большим вопросом. Ну, есть свои правила, которые необходимо соблюдать. Вот, кто хочет медицинских терминов научиться, вы можете книги купить, там в Ютубе посмотреть всякие передачи. Ну, это не проблема научиться, но применять эти слова, термины, знания крайне нежелательно. Потому что на то и есть народная медицина и ненародная медицина. Вот, традиционная и нетрадиционная. Там есть очень жесткие правила, повторюсь. Вот. У меня не интересует, у кого вы раньше учились, какой у вас опыт. То есть люди задают вопрос, у нас тут есть образование, мы там у того-то учились, нам нужно чуть-чуть понять ваш метод и можно ли скидку делать. Нет, скидки мы не делаем. Вы можете знать там в 100 раз больше, чем я. Но это разные методы, разные технологии. И чем человек больше знает, тем сложнее вкладывать знания именно по ударно-вакуумному методу. Мы учим решать вопросы людей, учим работать с мышцами. Это очень тонко. И с моей точки зрения, это очень эффективный способ, метод из народной медицины. Их очень много методов. И мне нравится то, что работает. Вот, поэтому, если вы готовы помогать людям, я буду рад дать вам эти знания. У нас, до 5 человек берется на обучение. Это предел. Больше нет интереса. Кто там больше записывается, мы потом будем раскидывать по дням. Теперь еще раз по цене. Когда был прямой эфир недавно, и я сказал, что цена повышается. Люди, которые думали, проснулись и говорят, мы хотим учиться. А цена уже поменялась. То есть раньше сентября записаться не получится ни у кого на обучение. И вот сентябрь 250 тысяч. Потом цена будет увеличиваться. Я об этом говорил раньше. Следующая стоимость уже будет 500 тысяч. И не будет об этом говориться заранее. То есть мы не ожидаем там как. А многие привыкли там 3 месяца, полгода, год, то повышаем цену. Вот. 500 тысяч будет, а будут другие люди, которые будут думать. Поэтому пока есть вариант, вы можете записываться и получать знания. Вот. И также у нас есть закон Российской Федерации, когда мы можем проводить обучение, у нас есть аккредитация, но все может меняться. И сейчас, если мы имеем полномочия учить людей без медобразования, потом может все поменяться, и потом при всем желании не будет возможности получить те же свидетельства, те же сертификаты. Имейте это в виду и думайте наперед на будущее. Вот. А что в моих силах, я все знания все отдаю, показываю без всяких секретов. А я считаю, что чем больше я даю знаний,
и больше знаний приходит ко мне. Мы показываем много видео с пациентами, на видео, на прямых эфирах, как это работает. Но я могу сказать 100%, что повторить это по интернету невозможно. Невозможно. Сделать иллюзии можно, повторить невозможно. Помните Юрия Викторовича Репина, Царство ему небесное? Многие знают этого великого костоправа. Вот я в России еще не видел равных ему по ударному методу. И ученики были, которые вживую проходили практику. Нет второго Репина. Это один из методов. Там ударный, тут вакуумный. Вот. И он также говорил, что по интернету не вариант этому научиться. Вообще никак. Там должен быть удар под правильным углом, с определенной силой, каждому пациенту свой удар, своя технология, чтобы правильные мышцы разгрузить, чтобы не навредить ни в коем случае, чтобы решить вопрос с человеком. Вот, это целая технология. И 10 дней хватает вот так, даже совмещая с иглоукалыванием. Потому что у наших учеников мозги просто перегружаются. Хотя бы от пациентов, то есть очень много разных диагнозов. Столько всего. Вот. И я не обещаю то, что там каждый будет сразу решать вопросы серьезные. Нужно, чтобы время прошло. Кто-то возьмет от меня там 15% знаний, кто-то 20%, кто-то возьмет 100%, кто-то возьмет больше и будет больше понимать это. То есть зависит от того, как человек это любит, как он это, как он этим живет. Вот. Так что до связи, до встречи. Не затягивайте, потому что, я еще раз повторюсь, цена будет меняться, и об этом никто не предупредит. До встречи!